Товарищи, вот мы стоим перед кульминацией истории. Все усилия нашего вида по расширению своего влияния, по контролю над материей, которая всегда таила в себе множество возможностей и угроз, постоянно выходят за пределы человеческого познания и человеческих возможностей. Все эти усилия привели нас к этому. Это начало покорения космоса, в котором мы все участвуем как человечество. Гравитация нашей планеты перестает быть ограничением, и человек, как вид, с гордостью перейдет на следующую стадию. Благодаря нашей смелости, космос уже принадлежит нам, а космическая программа «Союз» — одно из величайших начинаний в истории человека. Приветствую всех, кто смотрит. У нас тут новая игрушка. Даже не игрушка, еще очередная демка. Союз Construction. Сборка космических ракет. Так, для начала нужно поднастроить. Так, звук. Так, русский должен быть язык. Убавим пока громкость музыки. Так, графика на ультрах. Так, звук, а где? Камера. Language есть. Русский имеется. Так, управление. Перевод, конечно, кривоват. Версия. Так. Начнем, пожалуй. Тут просто начинал. Итак, добро пожаловать. Ваша работа заключается в том, чтобы обеспечить успех нашей космической программы. Начнем. Так, к следующему. Управление, обучалка, так, вас. Есть. Садись к автомобилю, самую рабочую карточку. Да, так, куда нам? А, сюда. Так, а как выключить? Аж убрать. Да дальше. Дальше нам туда. 1, 2, 3 доставать, да. Так. Пошли дальше. Так, ПКМ двери открываются. Так. Пройти в раздевалку. Осмотримся. Полно дверей, кабинеты. Так, нам сюда.
что? Пользуй формулу Циолковского. Дерзай. Обязательно. Так, держите Е, чтобы прийти карточку. Вот. В инвентарь. А как выбросить? КМ. Дальше нам сюда. К работе. В гараж. Ну, пошли. Что-то юзабельно. Собрать первую конструкцию. А, вот и конструкция. Главную деталь. R в режим вращения. Вращать мышой. А повернуться я не могу. По прямой эта фигня крутится. А бросить? Так, бросили. Оттуда. Так, следующая деталь. Ловишь? Так, тоже надо перевернуть, да? Наводится по центру, а не сама деталь. Так, дальше. Контейнер желтого цвета. Ключи. Винты. Закрутить. С гайками. Куча винтов. Не дотянул. Да, навестись на них. ЛКМ по ней щелкаешь, показывает какие. Есть. Кажется. Так, переверните собранный модуль, затем еще одну деталь. Слишком уж крутится. Хочу право-лево повернуться, а? Есть, так, винтики на деталь, да, водится. Занятие такое же методичное, как кармеханик, крутить болты и гайки. Где что не докрутил. Соединить все это в модуль.
помощь ПКМ. Есть. На основной детали один модуль есть. Идите к главному ангару. Так, дальше. Ко всему монтажному цеху уже будет собрать новейший двигатель. Помогут соответствующие чертежи. И в чертежную, чтобы забрать чертеж. Побежали. А, наверх. Куча кабинетов. Ругается. Кодировщик перегружен, возможно, притормаживать будет запись. Но игра сама не тормозит. Так, чертежная. Лучше не бегать. Есть. Возвращаемся. Пешком ходить, не тормозило. Так, нам сюда. Идите на центр стола. А, есть. В нижнем левом углу. Чертеж двигателя. На рате X выделяются все детали, необходимые для сборки. Первые стопла двигателя. Нам туда. Детали все там. Сюда. Ну, музычку слишком убавил, наверное, выключилась. Ну, я пел с ней. Чего? Крышку. А, есть тут такая фишка, то есть... Оно... В каком-то положении в определенном ставится. Круто нет. Так, один из элементов. Поднять сопло, установить вертикально. Да, в каком-то положении ставится, в каком-то нет. Это сюда. Стала паяльную лампу и принадлежности для сварки. Так. А, еще поставим. О, как тут должно быть. Три штуки. А, да, отпало. Ладно, поищем инструмент. Паяльная лампа. Принадлежности для сварки. Так, 30. Может, по-моему, добавить, да? Да. 60. Винтов мало, можно еще добавить. Там были желтые. Можно приблизить. Винт с гайкой и желтых наберем. Так, 32. Наверху указано. Соберем. Так, откуда? Оттуда. Брось.
Так. Ага. Приварить. Двух сторон. Деталь-то закреплена. Второй. Ой. Не хватай. Продолжаем сборку. Первое не падает. Деталь закреплена. Следующий. А, загорелый желтики. Убираю инструмент. Так, следующий. Продолжаем варить. Определенного состояния работает. Так, осталось прикрепить крышку, создать субмодуль. А, вот эту. Есть. Так, на основная деталь вот эта, ПКМ. Есть. Субмодуль. Дальше. Повторите с тремя остальными. Да вы издеваетесь. Ну, что ж делать? Последнее известие. А, так оно ставится. Ставится. А, эту задел. Тащить надо куда-нибудь. Стоять, не падать. Так, еще три штуки приварить. Пятьдесят четыре элемента осталось. 52. Сразу подво ставится. Деталь закреплена. А. Когда по ней щелкаешь, загорается желтым. Значит, готово. Закреплена, только навел, еще не варил. Так. Ага. Не удалось выполнить операцию субмодуля, но это ПКМ нажимал. Зато деталь держится. Так, еще одну. Паяем дальше. Отсюда не хочет. А,
Так, закреплено. Это. Да, сюда, что ли? X. Тормоз включен. Тележка не может перемещаться. Я X нажимал. R. Вращение. Так, а что и куда? А, вот. Сначала субмодуль надо создать из этих деталей, потом уже только оно ставится. Невозможно поднять другой объект. Не ставится. А может наоборот? Нет. В каком-то положении ставится, в каком-то нет. Может опрокинуть ее? Положить? Болтыхается все это. О! В каком положении ставится? Так, следующий. Продолжаем сборку. Да, так, кидаться деталями. Далеко же оно улетит. Запчасти еще были. Варим дальше. Не спеша и методично. Деталь закреплена. Проверяем. Может, ПКМ. Пока все не соберешь, тут, похоже, дальше не пустят. Следующую операцию выполнить будет невозможно. Не попал. До желтого цвета. Теперь субмодуль. Есть. И туда его. Ставится. Последнюю. Забираем. Должно хватить даже с запасом. Так, а сколько ее варить не указано. Засветилось. Так, лимит паяльной лампы не указан.
Держится. И еще одно. Варим крепление. Да, наверное, будут глюки и баги еще. Все это кривовато. Ну, щелкнуло. Так, субмодуль есть. Ага, собрано. Теперь это все в субмодуль. Какая главная деталь? Вот это. И есть. Есть субмодуль. Так. В следующем шаге необходимо создать раму. Стенду. Разъем кабелей к раме. А, вот это что ли? Таскать эти детали. Так, тут что у нас? Отвалился. Крепить надо. Чем? Не этим. Сваркой. Сваркой. Готово. Так, есть подмодуль. Далее. Создать следующий модуль. К двигателю насоса соберите его. Проблем, используйте чертежный стол. Так, это двигатель в сборе. Как должен выглядеть? Так, сборка сопел, сборка рамы. Вот. Дофига там деталей. Потребуется другой тип болтов и красный набор. Так, другой тип болтов. А что-нибудь выкинуть можно? Например, горелку. Это было... Е нажал, а и подпрыгнул на ней. Так. Болты. Ключи. На троечке болты. Опять кодирочек перегружу. Так, 30 болтов маловато, наверное, будет. 60. Сотня. Что куда? Что и куда? Крышка. А, крышка сюда. Кренась же тут болтов. Так. Маленькие. 54 осталось, значит, болтов хватило. Так, набор ключей второй, наверное. Ну, крутим. We'll be right back.
нужно докручивать все, не докрутишь один где-нибудь. И не соберется оно. Да неудобно. Не подлезть. Сколько болтов потратил, так было больше сотни. Порядка 50 здесь болтов. Там еще наверняка есть. Так, а взять ее можно? Взять можно. Повернуть бы ее. Не крутится как надо. И не лежит как надо. Хидбокс. Ого, у детали. Так, кинуть. Так, болтики достаю. Закреплено. Что дальше? Куда? Так, отсюда. Болтики те же. Нет. Первые. Да, первые. Ключ первый. Болты с гайками. Тик, подлезешь. Там можно зум использовать. Или нельзя? Где что не докрутил? Не видно. Так, стоять. А почему оно? Зараза. Крутим. А, из... Ну? Нифига. Что, где? Не докрутил? Инструмент не тот. Нет. Больше не крутится.
далее. Что тут еще есть? Это сюда. Куча болтов. Каких? Этих. Так, 30 осталось. Офигеешь все это собирать. Есть, закрепилось. Не закрепил. Тут где-то не закрепил. А больше не крутится. Пора, все закреплено. Так. Еще надо что-то собрать. Сюда. Так, болтов надо будет еще взять. Да, сборка мелочевки всякой. Есть. Это сюда. Болты кончаются, надо еще взять. 80. Хватит, наверное. Крутим, вертим. Далее. И упала. Туда. И не хочет. Стоять, не падать. Вот теперь можешь падать. Покидали. Пошвыряли детали от ракеты. Положить поудобнее для закручивания болтов. Закреплено. Это куда-то сюда должно идти. Ага, сюда вот. Опять крепление. Где что не докрутил. Есть. Провернуто.
А где что, не привернуто? Так, еще что-то. А что куда? А вот две крышечки. Продолжаем сборку. Так, тут болты, наверное, с гайками, да? Так, еще надо набрать. Нифига. Эй, давай крути. Закрутил, не закрутил. Не крутим и попал в болтик. Вот теперь закручено. Тут где-то, скорее всего, не попало в болтик. Не теми ключами. Или здесь где-то не попало в болтик. Она вроде не сверкнула. Крутить дальше оно не желает. Не видно, ладно, потом, если что, не докрутил. Потом докрутим, обязательно. Так, дальше. Еще крышечка. Контакт не закреплено. Где-то что-то не закреплено. А где и что? Вот. Теперь закреплено. Так, субмодуль. И есть. Двигатель к насосу к раме. Тяжеленный. Не тащит. Так. Куда уперся? Крепление. Ой. Зачем вынул? А, крепление, скорее всего, вон те. Опять притормаживает. Малость притормаживает запись. Крепление вот эти. И винты. Какие?
есть. Еще крышечку. В модуль можно? А, нет. Этот можно в субмодуль. Далее. Соединить топливный насос. Вот этот. Да, сюда. Крепление. Этими же. 4 болта осталось. А болтов тут дофига. Болтов с гайками. Не вижу, где что крутить. Все затянул. И есть. Окреплено. Дальше. Крепеж 4 труб. Дайте-ка схему, если есть такая. Есть общая схема. Вот так оно должно выглядеть. А. Это крепеж. Да. Так, на болтах. Да, на тех же самых. Надо будет болтов еще взять. Запись притормаживает. Запись малость притормаживает. Но сама игра вроде как не тормозит. Нормально идет. Так, дайте болтов. Еще есть? Еще есть. Этих тоже. Сборка, деталь за деталью. Покидали, поваляли. А дальше. Вот что дофига деталей. Детали еще ужас. По одной вот так таскать. Скобы. Скобы собраны в комплекты. Так, не нужно забирать все. Аналогично болтам и дворным швам. Проверьте полки. Нужны скобы.
Здесь? Это что? Так, это варочная. Лампы. Так, красный, желтый, синий. Что где? Не вижу. Что? Желтые. Наборчик. Так, станок. Это что? Что было? По ящикам что-то есть. Провода какие-то. Хомуты какие-то, так. Такие скобы. Шланги. Ломики. Что и куда? Какую деталь? Какой предмет? Полки. Не указано. Что это? Так, это крепление. Так, игра, не тормози. Ломик не нужен. Это что? Для сварки. Ничего нигде не вижу. Так, вот эти все элементы сюда должны крепиться. Пробуем. Вот из этого. Нет. Пока нет. А это что? Чё шланги? Больше некуда. Тоже и не позволяет ставить. А, набирать все. А где скобы-то? Так, по трубке, провода, трубы. Насос. Комната, если что, прикрепил. Не понял, что куда и дальше. Красная. Или вот это поставить предлагают. Тяжеленная, да, вот ее поставить. R. Покрутить. Так что ли?
предлагаете? Едва поднимает. Так. Ага, было. И есть. Крепление. Как оно должно крепиться? Следующий соответствующий предмет. Шланги по трубке. Не это. Крепление должно быть. Не указано, где что. Или вот это ключом надо заворачивать? На троечку выкинуть. Последнее известие. Сегодня в Ташкенте обнародованы основные положения проекта Генеральной системы управления народным хозяйством «Узбекская республика». Крепь с ключом. Есть. Закреплено. Модуль. Нет, вот теперь. А вот теперь. Вот это. Офигеешь собирать так болтами. Другими, да? Ага. Ух, ё-моё. Куча болтов. И есть. Еще одну. Аж силач таскает все. Болтов хватает. Закреплено. Аквамодуль. Нельзя. Дальше. Еще что-то. Да, это все туда. Ух ты. Слишком тяжелый, чтобы его поднять. Уже и уронить-то его не могу. Я ж так не доберусь. Не подберусь ни к чему.
эти. Вот это. Не те, вот эти. Так. Снизер, ну нифига. То есть имеет еще значение порядок сборки. Так. Иначе не подлезешь. Закреплено. Нарушил порядок сборки, можно не подлезть. Фиг подберешься. Есть следующий. Ставить можно только по одному. Предыдущий отваливается. Так. Эй. Поворачивайся давай. Во что-то уперся. Другой стороны. Есть еще одно. Зацепилось. Болтов как раз хватило, надо еще набрать. Там еще этих патрубков, ого-го. Закреплено. И далее. Что такое? Субмодуль невозможен пока еще. Так, это что? Отсюда. Их тут дофига, вдвое больше. Так. Ключом. Ну хоть быстрее идет. Есть. Один из четырех.
А вот поднять этот движок можно будет только краном. Тоже где-то должен быть. Закреплено. Потом подберем. Следующий элемент. А почему? Туда не цепляется? Здесь нету. Тоже имеет значение порядок. Где что, не докрутил? Да нет. Оно бы не соединилось. Следующий бы не позволило поставить. А, да, они разные немного получаются. В одну сторону, в другую сторону. Не зря на разных полках. Так, еще одну. Есть. Далее. Нельзя. Ага, вот эти идут скобочки. А туда что-то еще. Так, скобочки я видел. Где-то здесь. Ну, сколько болтов. Так, тут болты у нас. Так, провода, скобки. Тут пусто. А, вот эти вот скобки. Подлезть уж туда не могу. А, они еще закручиваются. Есть. Есть. Еще бобок. Вот присоединить субмодуль сопла к своей конструкции. Присоединил же. А вот тут скобки есть. Из ящика все вытряс. Закинуть можно. Пусть там валяется.
это все присоединили. Далее. Где что? Что куда? Где-то что-то было? А, вот, провода идут. Провода. Какие? Наверное, все. Проводов дофига. Куда еще? Такая медленная. Больше некуда. Куда еще? А, есть. Модуль есть. Дальше. Но я нарушил порядок, поэтому не знаю, что делать дальше. Не указано. Модуль сопла конструкции, это уже сделано. Так, перепрошел немного. Кое-что упустил, кое-какие запчасти, из-за этого, наверное, не поехало. Я уже не нарушал процесс сборки. Вторые скобки, которые лежали в том же ящике. Нужны для крепления вот этих трубок. Их я не ставил. Опять кодировщик перегружен. Тормаживать малость может запись. Раз порядок не нарушал сборки. Должно что-то получиться. Вот вторые скобки идут. Там еще валяется. Но они подво идут. Комплект. Сразу берет подве. Так и есть. Последняя операция. Закрепление 6 кабелей. Это уже видели. Так, тут надо убрать. Все лишнее. Крепление кабелей. Три. Четыре. Пять. И шесть. Наконец-то, теперь можно ставить последний модуль. Кодировщик перегружен. Тормоза наверняка будут на записи. Ладно. Модуль. Есть. Возьмите коробку.
появится в инвентаре. Еще там что-то. Двигатель успешно проверен. Готов к использованию. Ну вот, последняя операция, которую не прошли. Ну ладно, а на этом, пожалуй, закончим. Всего хорошего, всем пока!